Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в данном видеоролике я буду опять же строить ту карту, которую не достроил в стриме про Майнкрафт 1.9.2. В общем, мы строили, тогда, если кто не смотрел или не помнит, я строил карту типа как Hello Neighbor и решил, в общем, сыграть. Я не достроил эту карту, потому что у меня что-то случилось с интернетом, поэтому стрим просто отключился. И вот я решил опять зайти на эту карту, уже в видеозаписи, а не в стриме, и решил достроить этот дом. Так, мы зашли. Так, я зашел. Так, я еще летаю. Кто не помнит, вот тот дом, который я строил. Посмотрите обязательно стрим про этот дом. В общем, ссылка будет в описании. А кто смотрел уже этот дом, то это круто. Я там говорил еще про веб-камеру, почему я ей не пользуюсь. В общем, кто смотрел, тот знает. Кто не смотрел, советую посмотреть этот стрим. В общем, строим дом до конца. Достроим этот дом до конца и проверим вообще, как он будет у нас работать. Вообще, по идее, я не хотел продолжать снимать этот видеоролик, потому что у меня все слетело, я думал, у меня вообще игра не будет работать. Точнее, не игра, я думал, у меня игра слетит вместе с Ютубом. Ютуб прекратил трансляцию из-за того-то, потому что, не знаю, слетел интернет у меня, и поэтому я просто не мог дальше снимать. Интернет не было, я не мог дальше продолжить стрим, поэтому просто стрим закончился. И там писали в комментариях, что что-то там закончил, почему, в чем причины, ты не закончил дом, почему ты не сказал всем пока. В общем, такие вот вопросы стали задавать. И я решил, ну почему бы не снять просто видео про эту игру, как я строю этот дом, потому что вы просили, вот вы получили данный видеоролик. Вы вот просите меня, а я просто не делаю то, что я обещаю на своем сайте nubassusite.pro и в группе ВКонтакте Nubass. Я обещаю то, что будут новые видеоролики, там, Tomb Raider. Я этого не успеваю делать, потому что вы просите снимать то, Share вот это, то, Warface, то, там, я не знаю, там, Minecraft перестали просить. Тогда давно еще просили CSGO снимать постоянно. Ну, CSGO мне сейчас надоело, поэтому я в нее не играю. Там, кстати, перчатки добавили, но я про это снимать не буду, наверное. Так, потому что это тупое обновление, которое нафиг никому не нужно. Потому что нафига нужны кому-то перчатки? Ну, вот честно, подумайте так. Ладно, мы продолжаем наше построение нашего дома. Мы закончим крышу, и на этом закончим мы наш видеоролик. Потому что вы хотели, чтобы я достроил крышу. Вот я прям при вас, вот сразу вы можете посмотреть, как я достраиваю эту крышу. И на этом видеоролик закончится, и следующие видеоролики будут именно про этот дом. Я там поставлю еще бота, и, возможно, это все будет в стриме. Но я не знаю. Вообще, остальные видеоролики выкладывают мои друзья, моя команда, которая работает со мной и снимает со мной эти видеоролики. А монтирую один я. Выкладывают иногда я, иногда они. То есть, как-то по очереди, можно сказать. Когда меня нету за компом, тогда они там выкладывают что-то. Потому что я сейчас работаю. И в стриме я сказал то, что вот время заканчивается, и я отключаю стрим. И это было не из-за работы, это реально был интернет. Я хотел достроить эту крышу, но я работаю, и просто интернет отключили. И я так подумал, ну, это нормально вообще. То, что, ну, хорошо, да, отлично. Теперь я могу спокойно поработать, вроде нормально все закончилось. Ничего такого вроде не случилось. Но вы стали писать комментарии, типа, что такое, что со стримом. И я решил до конца достроить эту крышу нафиг, и все, и закончить построение этого дома. Так, окей. Так,
кстати, ребят, почему вы не стали больше донатить мне вообще на канал? Я жду ваших донатов, а вы просто не донатите. Да, стало мало подписчиков смотреть мой канал. Но подписчиков все равно у меня дофига, поэтому, ну, просто... Ладно, не донатьте, если не хотите, но я как бы не заставляю. Но если хотите, донатьте, я все все равно потрачу на эксперименты. Ну, точнее, как эксперименты, на новые игры, на новые геймплеи, на про новые там разные видеоролики, которые тоже интересные будут на моем канале. Все это, все донаты тратятся на мой канал. То есть я не оставляю себе что-то. Ну, конечно, да, я оставляю, как, ну, там, не знаю, на покушать. Оставляю там, ну, если я, например, зарабатываю за один стрим, например, ну, просто, например, 100 рублей, то где-то ну, сейчас скажу, ну, рублей 70 я оставляю, подождите. Ну, короче, рублей 80 я оставляю на новые эксперименты, на новые видео, а остальные 30, короче, рублей 70 или 80 и рублей 30 мне на покушать. Ну, просто, ну, потому что мне же все-таки как-то надо работать, там, я не знаю, выживать, там, все-таки с этой системой, со всей. Так что вот так. А если вы донатите, там, не знаю, бывает по 500 рублей вы донатите. Спасибо, ребята. Но как бы вот это вот то, что 500 рублей, я это все как бы трачу ну, на те же опять стримы, на покупку игр в Steam, там, на Game Ray что-то покупаю. Кстати, сейчас прорекламировал магазин компьютерных игр. Я дофига чего рекламирую и... Ну, ладно. В общем, все, мы крышу достроили. И вот когда вы донатите 1000 рублей, вот самое максимальное, это мне задонатили 1000 рублей. Я потратил 700 рублей на новые эксперименты. Тогда я еще проэкспериментировал с микроволновкой, кто помнит. Тогда я реально подзарядил телефон в микроволновке. Это реально рабочий способ. А вот остальные 300 рублей я взял себе, потому что, ну, все-таки как-то я должен жить. И то, что я работаю, там, зарплата у меня, это как-то все-таки нормально, конечно, но не так уж и дофига. В общем, давайте достроим этот дом. Мы будем строить теперь крышу вот так вот. Кто не знает, это такой вот козырек у нас получится в доме. И надо заканчивать наш стрим. Так, давайте так вот. Так, окей. Ставим вот так вот. Так. Так, окей, ставим еще вот так. Ладно. Окей, ладно, все, мы почти что достроили нашу карту. Так, достраиваем. И все. Так. Все, я достроил карту. Вот, вы можете посмотреть, какая крыша получилась. Вот такая вот крыша получилась. В общем, если вам нравятся мои видосы, обязательно поставьте лайк под видео. В общем, что я вам могу сказать? Всем удачи и всем пока.